Мини-футбольный чемпионат этого года обещает стать особо напряженным и интересным. Сразу 46 команд, разбитых на 4 подгруппы, вступили в борьбу за главный трофей. Среди участников много и только образованных коллективов. Как всегда, на общем фоне выделяется первая, наиболее сильная и титулованная по составу участников группа. Все команды, все буквально здесь, практически проходных матчей пока, во всяком случае, то, что было, не видно. И все в начале 9, вот сейчас 8 команд. Они все выглядят приблизительно равны. Ну, из 8-6 команд реально претендуют на то, чтобы стать чемпионом города Орла. Это и Каток, и Командор, и Алютера, и Алросов. Так что ставки делать бессмысленно, предугадать чью-то победу просто невозможно. В отчетном поединке один из лидеров, бронзовый призер прошлого сезона Алютера, игроки в красно-черном принимали Азим. Уже в первом тайме Алютера решила исход матча 7-0. Отсутствие вратаря у Азима, в роли которого выступил полевой игрок, все решило в этой игре 10-1 в пользу Алютеры. У команды просто вратаря нет, тоже на это сказывается. Ну а так, наверное, все-таки, я думаю, посильнее наша команда, поэтому такой вот результат пока. Эта победа вывела алютеровцев на первое место, но по 9 очков также в активе Локомотива и Алросы. Андрей Жиляев и Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».